Добрый день, дамы и господа. Ну что же, продолжаем проходить наш любимый Hitman 2. Короче, в прошлый раз мы закончили на этом месте. Ну, почти на этом. Я попробовал, типа, портным подойти к охранникам и к этому дебилу, который должен был на меня отвезти к этой Ване Саше. Ну, в общем-то, они меня заподозрили и замочили. Кстати, сегодня я играю не на мышке, а на клавиатуре. И это, наверное, будет, может, и легче, но я привык что нажимать на эти. На клавах. ППП. Теперь придется на клавы смотреть. Виви. Что написано? П. Ну и... Нет? Что ты делаешь? П. А, слишком подозрительно. Хорошо. Так, ну они пропали от меня. То есть мне надо... В общем-то, ну мне надо залезть, переодеться уже. И пойти просто завалить уже твою дуру и все. Нафиг. Потому что уже это портной не прокатывает. Сильно подозрительно, да? Надо найти кого-то. Кто-кто? Как? Ух ты, сука. Бля. А как же достать? Вот это пиздец. Как оружие вообще доставать? Эй! Ебанут. Ты что делаешь? Взять монету. Братаны, дайте я хоть... Сука, бить не знаю, как у вас. Сука, теряемся. Что-то тупо как-то сделали оружие, ну как бы. Оп. Оп. Так, а теперь надо научиться оружие доставать. Как? Чего хер его знает. Приятина какая-то. Ёбнуться. Как оружие доставить? Ёпта. Как драться? Ох, ёпта. Так, тащить, сломать шею. Так, да иди нахуй. Взять, еба. И как им? Где ты? Ёбнуться. Так, надо маскироваться под него. Да замаскируйся, хорошо, е, значит это. Ох, управление. Все, да. Еба, управление после Джоя просто невозможное говно. Да, думаю, не думал, что будет такое уматовое. Кнопки хуй по всей клавиатуре раскинуты. Бредятина какая-то. Да. Ну вот так нашел чувака прикольного. Замочил бы. Забрал бы шмот. Так, давай еще раз. Дебилизм. Непонятно, как бить. Эй, подбери монету, ты чё? Чё раскидывайся монетами? Эй, монетку возьми, сука. Надо одного придурка мне пиздохать.
вообще... Блядь, тут уже пропали чуть что. Как вообще вот это зрение? Хуй его знает. Да не. Слышь, а как мне это? Поехал, да? Проникните в укрытие воронов. Ага, это проход. Ёбнуться. Да иди в жопу, что ты палишь-то. Короче, я не знаю, управление это жестяковое, если честно. Хочу на Джои проходить, ёпты. Это все бред. 105 метров. Дайте мне шмотку. Так, надо, короче, учиться. Где? Тут все хуйня. Эф, хуев. Shift, Ctrl, ага, вот. Ctrl это хуетень. Ну и управление дебильное. Куда мне переодеться? Встань, чмошник. Оружие я так и не понял, как. Может, один, два, три, хуй там. Хуй там. Блин, давайте посмотрим управление. Да что за дерьмо, а? Клавиатура и мышь. Взаимодействовать, уловкие действия, че взять, а, спейс, укрытие, тащить тело, использовать предмет, маскировка, не, бежать, целиться, выстрелить, перезарядить, инстинкт, позиция камеры, shift, приблизить, отдалить, убрать оружие, а достать как, сдаться. Достать, спрятать кейс, оружие, как мне достать, блядь, дерьмо. Как мне вообще на него поменять? Ебать, дерьмо, бля. Тут надо, одно видео только записывать, чтобы научиться управлять этим дерьмом, бля. Блядь, как? Как оружие достается? Сохранение. Да похуй мне на сохранение. Отдайте мне. Бля, ебать нахуй. Я даже не знаю. Как я их буду мочить, я хуй его знает. Это, короче, не игра, это говно так. Проходить. Что это за дерьмо? Нахуй мне этот утюг. Мне, блин, переодеться в одного из дебилов этих. О. О. Здравствуйте. Оп, я ухожу. Чуиха, ты уйдешь? Нет? Я ничего, неплохо живут еще так. There's got to be somewhere else you... Что ты делаешь? Сука, ты где орешь? А мне в девку нельзя переодеться? Ёбнуться.
Так. Кому он пошел жаловаться? О. What did that person ever do? Так, замаскироваться. Бля, русская иена. Да, бля, ебал управление, это жесть. Нахуй. Оп. Так, все. Дебила переоделись, но правда я так и не понял, как. Блять, быстрее нахуй отсюда. Та-та-та-та-та, где-то тут оно. Все, погнали. Сохранение. Кстати, да. Поиск, да? Маскироваться я не хочу, в принципе. А сейчас. О. Какое дерьмо, а? Какой дерьмушник управления вообще это придумал? Сука. Как бы мне к вам прокрасться? Оп. Ага. О, что, по дерьму пойдем? Можно спрыгнуть в говно? Так. Это что, кир? Как хоть перезарядить нашел как. В принципе, смотри, что мы можем. Замаскироваться вот так. Бля, ну управление гамно, а? Кто такое управление придумал? Смоз в гамно вот так скинем в это. Все. Валяйтесь, бросить. Так. Все, ты свой, братиш. Да идем. Вставай уже. Так, все, сохраняем еще раз. Все хорошо, все прекрасно. Найдено тело. А кто его нашел, по-вашему? Я и нашел. Где эта дурепа? Вон ходит. В смысле? Похуй. Прыгнуть. Ага. Да я свой, братиш, что-то. Как дела, да? Нормально все? Отлично. Где она ходит, чума это? Понял. И тоже понял, хорошо. П. Бля. А как мне пройти туда, если чё? Перед дверь нечем. Блять, что за тело еще? Что это вообще за дерьмо? Хорошо. Так, эти дебилы меня подозревают. Хорошо. Чик-чик-чик. Но тут мне никак не добраться, да? Подожди, ну он если выйдет, я его вырублю. Бля, давай попробуем, как вариант. Опа, бля, женушка, мне нафиг не надо. Опять пошел, сука.
Женушку заебашь. Подожди, ну не жизнь. Сломает шею. Ее спрятать можно? Ладно. О, посмотреть можно. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Перестать смотреть. Ля, метла стоит, это да. Так я ж тебя убил, ты. Где ты хуй моржовый? Я ж его убил вроде. Ай, ну и дерьмо, бля. Ладно. Короче, через их эту херню можно пройти. Вагон, но там все равно эти уроды, охранники всякие. И валить их тоже нереально. Ну ладно. Потому что их просто... В смысле найдено тело, вы запарили. Так. Жаль, что я не могу просто взять и пройти мимо. Вот сюда. Чё говоришь? Чем вы занимаетесь вообще? Эй, уроды. Интересно, а у мужика нету ключей от этого всего дела? Давай попробуем еще раз. Опа. Опа. Нет, сидим, ждем. Чучело, пока это придет, иди сюда. Ты ж без света. Хер моржовый, давай. Средства. Так, а где она? Тоже идет, да? Оля, она ко мне сама бежит. Давай, 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 милик. А ты? Тот у меня. Да иди ж ты нахер. Опа, и теряемся. Нет, нехорошо. Еще надо смываться, смываться и смываться.
Так, ну хоть что-то сделали с этим дебильным управлением. По помоечкам лазим, сохранение, отлично. Я же свой, братан, че вы там? Отличненько. Но это дерьмо, где оно находится вообще? Где-то ж оно недалеко находится, или далеко? Короче, найти вихря и проникнуть в укрытие воров. Воронов, вернее. Где-то тут, да, но... Не совсем. А где-то ж я его видел, бля. А, вон он, вот там. Где-то вот там, туда бежать, короче, и все. Так, ну что, дорогие друзья, давайте на этом закончим видео. Потому что я на клавиатуре не могу играть. Думал уже выключить запись видео и не убить ни одного. Потом думаю, хотя бы попробую одну чуху там этого. Ну, главаря из этих уродов убью. Закончим, потому что я не могу играть в это говно на клавиатуре. Это капец. Может, кому-то и привычно, а мне вообще. Пускай на Джои труднее целиться, но, блин, намного удобнее играть на Джои в эту игру. Ну что ж, давайте это прекратим. Безумие. Потом Джои подзаряжу, все будет классно. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, пишите обязательно комментарии. Увидимся в следующих видео. Всем пока и удачи, мои дорогие. Пока-пока.